Меня зовут Андрей Анастасиади, это моя жена Нади. Мы в Буэнос-Айресе и хотим рассказать, как здесь вообще люди болеют, как они смотрят футбол. Тем более сегодня Аргентина уже играет в полуфинале. В общем, так как эта страна больная футболом, то смотрите, как здесь это выглядит. Тот самый день, когда должно все решиться. Народ уже заряжен. Идем в фан-зону. Так, пупсик обзавелась атрибутикой. Не зря приходили. Не зря приходили. Впереди движ продолжается, скажем так. Движ продолжается. Следующий матч в среду. В общем, сегодня ответственный день. У малышки экзамен по испанскому. А еще сегодня решающий матч Аргентина-Польша. И Аргентине, чтобы выйти в плей-офф, нужно обязательно выигрывать. Флаг на этой крыше становится все больше и больше. Гости закончились, все смотрят футбол. Блин, крутой вратарь, реально. Сейчас прикол, что деньги закончились, а обменник закроется после того, как они доиграют. Поэтому вот перерыв. Бегал деньги менять. Ноль. Блин, какой тут движ. Thank you.
пока заметил вот такую штуку. Если игра идет как-то не так, то есть если Аргентина не ведет, болельщики Аргентины, они просто сидят с каменными лицами, за редким исключением, они никак не болеют. Если Аргентина пропускает мяч, это вообще проходит в полном трауре. То есть просто тишина, ничего нет. И только если как бы Аргентина уже ведет сборная, так как следует, желательно два мяча хотя бы, да, лучше три, то только тогда аргентинцы начинают веселиться и радоваться, и как-то выражать свои эмоции. До этого же каменные лица. Мы в эти выходные Мар-дель-Плата, а между прочим, через несколько часов, через три часа уже начинается 1/8 финала. 1/8 же, да? Да. 1/8 финала, и Аргентина встречается со сборной Австралии. Сози, короче. Стоим, ждем такси, чтобы доехать уже до нашего городка. Мы, а то мы вот сюда пришли, назад уже вариантов нет вернуться пешком. И уже все, игра начинается уже прям вот. С такси ничего не вышло. Да, поймали крутейший автобус. Miramos el partido Argentina contra Australia. Australia. Y Alejandro Romero, Enzo Fernández, Dani Enzo, toque rápido, también abriendo la cancha, Arco, Alexis, buen amigo, Chaco. Сейчас 2-0, осталось еще где-то 20 минут играть. Что-то официант ходит в майке Австралии. Блин, тут 2-1, осталось буквально несколько минут. Пупсик главный аргентинец вообще, просто сильно на нервах. Давайте, бамос Аргентина. Что творится? Какая жесть вообще. Свести, блин. В общем, 1/8 оказалась нервной.
какова красота. Прикольно. Тут такая веселуха сегодня. Четвертьфинал и при этом океан. Прям очень клево. Я вас поздравляю. Тут вообще замес жесткий. Пекло, да. Очень жарко. И сегодня супер игра. Сегодня два четвертьфинала. Сейчас была безумная, значит, это Рубилова. Хорватия, Бразилия. Хорваты в итоге выиграли. По пенальти, как всегда. По пенальти, да. А сейчас будет решаться, кто с ними будет встречаться в полуфинале. Соответственно, Аргентина или Голландия. Я думаю, что сегодня бразильянки найдут утешение, да, в объятиях аргентинцев. Главный вопрос, аргентинцы будут радостные или такие же требующие утешения? Тогда это будет обоюдная история. Yeah.
15 минут осталось, не знаю, все шансы в полуфинале оказаться. Так, снова напряжение. 2-1 Аргентина ведет. Осталось несколько минут. Голландцы, блин, бьются и на последней минуте закатали, сравняли. Так что дополнительное время. Фуксик вот. Вообще, нервы ни к черту. Да. Главное, мне нравится, что это с каждым, так сказать, следующим этапом градус нервяка растет. Что, дополнительное время. Интрига нарастает с каждым матчем. Да. Ну вот. Бразильцы сегодня обломались. Надеюсь, что это, конечно, не коснется аргентинцев. Чаша сия. Мы готовы. И вот так болеет. Половина дополнительного времени закончилась. Что творится? Доигрались до пенальти. Начинается лотерея. И у кого крепче нервы? Блин, это жесть. Баров, и у всех разная задержка. И вот здесь самый быстрый бар. Они орут раньше всех. Вообще, конечно, вот это мы попали в историю, а? Так, и вот теперь решающий. О, блин, нервы. Vamos, Аргентина! Tranquilo. Sí. Вот реально аргентинские сериалы, все, сейчас вот он должен забить, блин, это просто вот нервы максимально. Если он сейчас забивает, они выходят в полуфинал. Если нет, то начинает этот один пропущенный, не забитый, вот это все.
потянули для победного.